Как говорится, желтая пресса пишет, кто-то что-то придумает, а в конце концов все оказывается правда. Николай, почему 10 лет надо выучиться на данный? Как думаете? Притирка? Нет, мне кажется, просто Макс состоялся как мужчина во всем. Построил дом, посадил дерево и доказал свою собственную любовь поистине к одной из самых бесправильных, выдающихся женщин в нашей стране. Что подарите? Я сервис выдержу. А как жена прошла церемонию? Так, взяли и расписали, что расписать оба, да? Умеют. Все, я пойду, ребята. А что? Вы будете ждать? Я пойду через задний вход тогда. Выходите, конечно, напьюсь. Что вы желаете, скажите? Ну подожди, я весь вечер буду желать. Это два подсвечника таких, которые они в грязи поставят по 7 свечей. И будут тщательно. Ура! Здравствуйте. Здравствуйте. А правда, что вы познакомили Максима Яллу? Какое это уже имеет значение. Ну вы рады за них? Конечно, рад. А что пожелаете? Да, я мужчин как-нибудь. Да, блин, попадите, пожалуйста, на секундочку. Блин, что пожелаете молодым? А что подарите? Секрет. Ну, купите. Для вас было неожиданно. Я вам пожелаю. Счастье. Кристина. Нет, ну слушайте, 10 лет проверенные вообще отношения. Олечка! Комсомольская правда.